Теперь страна будет засыпать и просыпаться под знакомые россиянам голоса звезд. Весь цвет нашей эстрады вместе с хором Александрова перепел гимн России. Каждому артисту, который участвовал в записи, пришло официальное письмо от Министерства обороны. Для меня лично это очень почетно, принимать участие в таком грандиозном событии. И, конечно, для нашей страны, для молодежи, мне кажется, которая за нами наблюдает и слушает, это хороший пример. Я надеюсь, что все будут знать слова гимна, кто еще не знает. По словам начальника управления культуры Антона Губанкова, для исполнения гимна отбирали не гламурных, талантливых и популярных артистов. Таких счастливчиков оказалось 12. Среди них Александр Маршал, Дина Гарипова, Стас Михайлов, Игорь Николаев и другие. Запись проходила в студии на Мосфильме. Как выяснилось, слова гимна знают не все. Лишь Лариса Долина не опускала глаз в подсказку. Я буду петь песню, которую, в принципе, очень люблю. На самом деле, без всякого пафоса говорю. Там есть где попеть, где распеться для певца, для вокалиста. И слова тоже очень такие достойные, красивые. Эту идею воплотил в жизнь министр обороны Сергей Шойгу, который еще летом заявил, что гимн России должен стать составной частью патриотического воспитания. Нужно нести, откуда бы ты, где бы ты ни был, хоть стихи читай из него. Лишь если ты чувствуешь силу в себе, которая позитивная, полезная, да, которая объединяющая, да, пожалуйста, пой ее. От Тимати до Кобзона вот в этой комнате все бы встали и спели. И было бы здорово. Почему бы и нет? И потом, почему бы и другие представители других жанров, как бы, зачем их отстранять? Ради бога. Если это интересно, оно будет жить. Если это не интересно, оно умрет само. Поэтому не надо ставить специально каких-то, типа, галочку поставили, спели эталонные вещи, разошлись. Если кто-то, если я почувствую в себе вот потребность, да, я свою версию, может быть, спою, почему нет? Артисты записали две версии гимна – классическую и молодежную. Теперь певцам предстоит самое сложное – исполнить свою версию с ансамблем. Какая строчка кому достанется в финале этой работы, нам еще только предстоит узнать. Пока что мы, честно и от души, надеюсь, каждый из нас спели партию, конечно, в унисон. Я думаю, что каждому достанется по строчке, а припевы будем петь все вместе с хором, наверное, так?